Ну что ж, продолжая тему бокса. Сегодня в Лондоне состоится поединок, который уже окрестили битвой непобежденных. В титульном поединке сойдутся Геннадий Головкин и Келл Брук. Оба чемпиона мира, которые не знают горечи поражений. Накануне боя состоялась официальная церемония взвешения. Оба боксера без проблем уложились в лимит своей категории среднего веса, в рамках которой будет, в общем-то, проходить бой. Интересно, что в полусреднем Брук оказался тяжелее средневеса Головкина, почти на 300 граммов. Ну и бой, конечно же, обещает быть очень зрелищным и принципиальным. Еще бы, ведь именно сегодня чья-то победная серия прервется, и оба бойца сейчас находятся просто-таки на пике формы. Головкин в последнем своем бою за 2 раунда уложил на пол Доминика Уэйдера. А Бруку того же самого времени хватило, чтобы нокаутировать Кевина Бизье. Боксеров статистика примерно одинаковая. У Келла Брука на профессиональном ринге 36 боев, у Головкина всего лишь на 1 бой меньше. Однако казахстанец лидирует по числу побед нокаутом. Из 35 поединков он 32 закончил досрочно. А вот у Брука этот показатель чуть скромнее. Всего 22 победы нокаутом. Это будет интересный бой. Оба парня должны выложиться по полной, чтобы доказать, они пришли сюда за победой. И верьте мне, Головкин очень опасен. В любом раунде, в любую минуту, в любую секунду он может нанести решающий удар. Поэтому Бруку нужно быть наготове.